Вот это было 60 лет назад. 60 лет назад я услышал эту пластинку. Мне было всего 13 лет. Представляете, господа, что делается? Прошло 60 лет, а я до сих пор эту музыку слушаю. Вам бам балум бам балам бам бам тюрфури, аврури, тюрфури, аврури. Это было на мамином проигрывателе. Мне повезло, мамы папы не было дома. Я пришел тихо, спокойно, мы поставили Little Richard Tutti Frutti, и вдруг я услышал этот атомный голос, фантастический голос пришельца. Трубадура номер один, настоящего короля рок-н-ролла. Даже Элвис Пресли назвал Литл Ричарда «Ты величайший». А потом Джон Леннон написал для Ринга песню «You are the great, ты величайший». Вот так это начиналось 60 лет назад, ребята. Мы переживаем сегодня юбилейный год крещения России в рок-н-ролл. Вау. Так что поздравляю вас.